Всем привет, ребята, акулята. Сегодня я вместо Викуленка на этом канале. Всем ясно? Так, 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 ладно, ребят, не пугаемся, все нормально. Это мой друг, клоун Вик, который будет сегодня мне помогать. Точнее, я буду играть за клоуна и раздавать всем подарки. Я подумала, что просто так открывать боксы не особо интересно, а вот если их раздавать рандомно людям в Adopt Me и смотреть на их реакцию, было бы прикольнее. Но так как меня уже много человек знает, с моего аккаунта делать это не совсем интересно. А вот что сегодня ждет моего друга Вика, точнее меня, в этом вот аватаре, очень-очень интересно посмотреть. Если вам тоже, то ставь лайк и погнали на просторы Adopt Me дарить всем подарки. Давно играешь в Adopt Me, и у тебя до сих пор нет пэта, о котором ты мечтаешь? А может быть, ты мечтаешь о робоксах? Тогда я хочу тебе помочь. Рекомендую сайт StarPets, лучший и единственный маркетплейс, где можно покупать, продавать, трейдить пэтов, ну и, соответственно, другие вещи в Adopt Me, а также покупать робоксы. Да-да, тебе не послышалось. Теперь в StarPets доступна покупка робоксов. Сайт очень хорошо автоматизирован и давно зарекомендовал себя как безопасный сайт, где ты можешь купить, продать пэтов, а теперь еще и робоксы. Теперь тебе не нужно думать о добросовестности продавца. Все сделки проходят через ботов. На сайте StarPets много методов оплаты, а это значит, что в какой бы ты стране ни находился, ты всегда найдешь способ оплаты, который удобен для тебя. Ну и самое интересное, StarPets позаботился и о методах вывода. За заработанные деньги с продажи пэтов ты можешь не только вывести деньги с сайта удобным для тебя, конечно же, способом, но и вывести заработанное робаксами. Ну или просто купить робоксы. Теперь все в одном месте. Удобно, быстро и, главное, безопасно. Ссылка на сайт в закрепленном комментарии. Заходи и исполняй свою мечту. О, сколько тут народу. Та-та-та-ра-да-ра-да-та-та-ра-та-та-ра-да-та-та-ра. Кто хочет подарочек, пиши. Я. Хотя тут, может быть, меня и не поймут. Какой-то иностранный сервер. Все на ненашинском разговаривают, ребят. Что-то нам не повезло. Ладно, перезайдем. О, тут я вижу, уже пишут на нашинском языке. Так, давайте уберем пэтов и возьмем подарок. О, тык. Вот такой подарочек будем сегодня раздавать. Кто хочет подарок, пиши я. Посмотрим, сколько халявщиков навалит на подарочек. Бесплатненький. Кто хочет подарок? Я. Ну, кстати, он, смотрите-ка. И так у него все в порядке. У него есть Альбина Горилла. Ну, давайте посмотрим. Ну, кстати, ребят, если вы очень сильно напишите много комментариев «Хочу белую Альбина Гориллу», то мы ее разыграем. Я для вас ее разыграю. Ну, давай, о-о-о-о, радуйся и открывай подарочек. Вау. У меня есть надувной шарик. Вообще, я очень злая, но... Я хочу еще себе купить 66. 66 коробок, у меня даже столько нету. Так, Маха какая-то кидает мне трейд. Наверное, тоже хочет подарочек. Ладно, давайте пока пораздаем. Что же им попадется? О, мне даже сразу трейд предлагает. Титоп. А что, меня уже узнали, да? Так. Два подарочка подарили, ребятушки, подарили. Можно я еще открою? Так, Машулька радуется с подарочком. Давайте так, кто отгадает загадку, тот получит подарок. Под Новый год пришел он в дом. Кажется, тупой. Он был веселым толстяком, и с каждым днем терял он вес, и наконец совсем исчез. Дед Мороз, точно! Я первая сказала! Но это не Дедушка Мороз, нет. Ребята, вы знаете отгадку на эту загадку? Короче, не знаете вы загадку-отгадку. Не буду дарить вам подарки. Ладно, давайте подарим ей подарок этой девочке. Пусть порадуется, она все-таки так старалась отгадывать Деда Мороза, и она еще так смешно бегает. Ой, она мне в придачу еще пэтов дает, обалдеть. Так что по поводу Альбина Гориллы, ребят, разыгрываем боксик с Альбина Гориллой, ребят. А так где девочка? Вот она с подарком убежала. Убежала. Что она будет с ним делать, интересно? Это мой подарок, скорее трейд Горилла Бокс. Сейчас я поменяю его на мега супер крутую, эту, как ее...
комнату питомца и случайно открыла бокс. Это эпичный трейд, ребята, эпичный трейд. Она хотела его, короче, поменять и случайно открыла. Ребят, вот бомжик. Давайте бомжику кинем трейд. Давайте бомжику кинем трейд и дадим ей подарок. Что и будет, какая ее реакция. Ведь она сидит в коробке, думает: помогите мне, я бомж. У меня нет пита. Совсем нет пита. Подарите мне подарок. Мы такие: ну, дадим тебе подарок, там все равно пэт вылупится, черненький, классненький. Так что в принципе, классно. И спасибо, скажи хотя бы. Она ее вылупила. Синкл. Короче, она сказала спасибо только на каком-то смешанно-русско-английском. Ой, она радуется. Ух ты, у нас коробочка запрыгала, ребята. Слушайте, а классно вообще дарить подарки? Мне нравится. Ой, смотрите, Лера 3Х тоже бомжует здесь. Давайте мы ее порадуем. Мини подарочек. Лера, смотри, что у меня для тебя есть. Можно пэтов, пожалуйста. О, тебя коробка не устраивает? Мне кажется, что человек должен радовать со всему, любому. Тем более в коробке есть пэт. Давайте посмотрим, что она напишет. А, она согласна. Ладно, берем свои слова обратно. Ладно, соглашаемся. Может быть, она не верит своему счастью, что ей бесплатно что-то дают. И вообще, ребят, если кто так сидел, вообще дают? Я просто всегда даю. Ну, там что-нибудь ненужное. Лера. А, она сразу ее вылупила. Классно. Горилла. Все на этом. Даже спасибо не сказала, ребят. Ну, так вот, когда делаешь добрые дела, а потом огорчаешься. А! Спасибо. Ура! Мне сказали спасибо. Горилла, не спать. Не спать, нас ждут великие дела. Нам еще коробки раздавать. Короче, ребята, попали мы на какой-то япона-шмапона сервер. Они как русские здесь не тусуются. Мне кажется, они в цирке. Я как раз клоун. Пойду, зайду к ним, разберусь. Ой, боже, как интересно. И здесь никого нет. Где японцы тусуются, китайцы, ребята? Вот скажите мне, я не понимаю. Я нашла девочку, у которой обычный кот. Давайте ей это... кинем трейд. Приятно. Конечно, приятно, когда ты хочешь подарить коробку, а из нее вылупляется вот такая горилла. Горилла, не просила же я вылупляться. Давай я тебе подарю вот такую коробку. Я, правда, не знаю, на каком языке ты размовляешь. О, мне сразу легендарный паровоз за нее дают. Я дарить хотела, а не трейд. Капец, ребята. Сейчас Вик будет злиться. И не приняли его подарок. А все почему? А потому что здесь японцы. Бомжик, трейд. Капец, ребята. Я вторую коробку открыла и опять бомжика потеряла. Да что ж такое-то? Смотрите. А бомжики-то, кстати, богатеют. У них уже вместо коробок туалеты личные. Пэт, умоляю вас, любого пэта. Ребята, спасаем еще одного бомжика в Adopt Me. Дарим ему такую волшебную коробку. И что ты будешь делать? Открывай сразу же открывает. Крутяк. Он рад? Он готов даже на Деда Мороза запрыгнуть. А почему не на меня? Я же тебе подарила вроде как. Ждем спасибо, либо просто убежали от меня. Какая я невезучая, ребята. Где спасибо? Ты посмотри, он сразу разбогател, сразу переодеваться стал. Я крутой чувак, у меня есть горилла. Я совсем не бомжик был. У тебя есть какие-то пэты, которые тебе не нужны? Есть коробочки, которые я дарю. Подожди, куда ты убегаешь? Подожди. Можно кошечку? Очень спасибо. Я еще ничего не подарила, мне уже спасибо говорят. Но мне это нравится. Трейд прими. Так, она походу заснула, ребят. Уже разговаривает на каком-то ненашинском языке. Точно вернется. Боже мой, она бредит.
Прими трейд! А, она с кем-то трейдилась, ребят, ей что-то дали. Даже не мы, она говорила не нам спасибо. О боже, это конец света какой-то. Где ты? Маленькая девочка, которая хочет пета. Короче, ребят, я даже не увижу ее реакцию. Просто капец какой-то. Да что ж такое-то? Парниция какая-то. Держи коробочку вот такусенькую. Это что, тебе не нужны подарки, да? Вот где тут не станешь злым клоуном, которые... чувствую, захейтят вас в комментариях. Мне кажется, многие в комментариях найдутся те, кто с удовольствием получил бы бесплатно любого пэт. Дорогого, недорогого, райд, флай, без разницы. Просто потому, что его подарили. Ведь подарки получать приятно, неважно, какой они стоимость. Тем более, у многих нету даже 600 баксов, чтобы купить этот бокс. Ну, в общем, ребят, сегодня я хотела бы для вас таким клоунским Дедом Морозом подарить вам подарки. И, конечно же, снять такой веселый ролик. Мне кажется, посмеялись мы сегодня от души. Я сегодня была доброзлым клоуном. Рада была быть с вами. Еще увидимся. Всем пока-пока.